селе Кушъелга прошел старинный татарский праздник Ашиджи-Ины. Он проводится уже 6-й год подряд и набирает популярность. Ведь это хороший повод собраться все вместе. Гостей праздника развлекали артисты из Тукаевского района и районного дома культуры. Основной идеей постановки стал сенокос и уборка урожая. На празднике можно было познакомиться со старинными народными обрядами, песнями. Были представлены работы декоративно-прикладного искусства. Праздник стал еще одним вкладом в развитие национальной культуры и сохранение традиций. Елена Маврина, Игорь Майоров. Новости Татарстана.